Друзья, всем доброго денечка и вечерочка уже. Вот, на календаре сегодня 15 июля 2024 года. Любашка пришла из огорода. Сегодня я очень хорошо потрудилась. Вот сейчас покажу. Вот это я насобирала вишневый лист. Это я буду для ферментации делать на чай. Так что вот у меня будет чаек. Сейчас я покрою влажным полотенцем и оставлю на несколько часов. А потом все буду это измельчать и сушить на чай. Сегодня вновь моя гигантская редисочка. Это урожай сегодня собрала. Смотрите, вот кабачок. Но кабачок у меня не единственный. Оставила там. Потому что идут, мне не унести. И вот смотрите, вместе с редиской, гигантом, выросло вот это, не знаю что. Может, дайкон, но листья у дайкона не такие. И собрала огурчики, потому что я вчера тоже собирала. Вот сегодняшний урожай. Видите, как хорошо. Уже покушать свободно. Молодая картошечка свободно есть. Вот. Красота. Так что сегодня я сделала, знаете, что убрала клубничную грядку, все испрополола, все обрезала усы полностью, все я, она у меня уже готова. Такая грядка хорошая. Вот, но рвала листочки, полила огурчики, эти кабачки в теплице полила, постирала маме коврики, дорожки ковровые, вот, и ремонтировала печь. Посмотрите, сколько сегодня надела. Так что сегодня один грех свой отработала. Всех вас обнимаю, всего самого доброго, улыбайтесь мне, как я вам. Всех вас люблю, друзья.